случалось ли вам приходить домой и постоянно искать выключатель? А что, если ваши руки заняты покупками или еще чем-нибудь? Представьте, если свет для вас включает кто-то другой, или он включается сам. Здравствуйте, с вами новый проект компании «Электронов» «Умный дом своими руками». Мы покажем вам, как сделать автоматическое освещение, как самостоятельно сделать сигнализацию, как сделать удобную подсветку рабочих поверхностей кухни и многое другое. Меня зовут Андрей, и руки нашего проекта Влад. Это финальное видео из серии «Как сделать автоматическое освещение». В предыдущих выпусках мы собирали светильник из светодиодной ленты, а также датчик, который включает это освещение. Для светильника мы брали светодиодную ленту, клеили ее на специально подготовленную пластину. Места разрезов находятся непосредственно на соединительных контактах. Для большего удобства обозначены значком ножниц. Отрезки ленты соединять необходимо параллельно. К сети светильник подсоединяется при помощи блока питания. При сборке радиоконструктора и мкосное реле, то есть нашего датчика, необходимо следовать инструкции, которая поставляется с ним в комплекте. Начинаем с микросхемы и далее припаиваем все остальные элементы. После соединения всех компонентов не забудьте очистить плату от остатков флюса специальной смывкой. Итак, приступим к окончательной сборке нашей системы. Для большей компактности мы прикрепим емкостное реле на пластину со светодиодной лентой. Антенну разместим на задней части пластины. Датчик можно прикрутить при помощи обычных шурупов. Первое, что мы сделаем, это подключим кабель питания к датчику движения. Согласно инструкции, провода необходимо подключать к первому и третьему разъему контактной колодки. При помощи заранее подготовленного провода соединяем датчик и блок питания. Один его конец зажимаем в свободных разъемах колодок, а второй в разъемы блока питания, предназначенные для подключения сети 220 вольт. Подключаем провод для соединения блока питания со светодиодной лентой. Другой его конец мы уже припаяли к светодиодной ленте в первом видео. Система собрана. Подносим руку к датчику. Свет включается. Все работает. Итак, мы собрали систему, которая избавит вас от необходимости постоянно тянуться к выключателю. Теперь ваша квартира или дом будет всегда встречать вас мягким и приятным светом. В следующих видео мы сделаем автоматическое освещение рабочих поверхностей кухни. Мыть посуду или нарезать овощи станет намного комфортнее. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующих интересных видео. Об уникальных ценовых предложениях вы всегда сможете узнать, подписавшись на наш канал в Телеграме. С вами был магазин «Электронов». До новых видео!